Соседи сверху устанавливали кондиционер. Фирма-установщик при использовании автовышки умудрилась повредить нам обшивку балкона. Подскажите, пожалуйста, кому нам теперь предъявлять претензию? Соседям или фирме? И как в данной ситуации можно что-то доказать? Так как договор заключали не соседи снизу, то однозначно они предъявляют свои претензии заказчику, то есть соседям сверху. И можно сразу же в исковом заявлении указать третьим лицом, если знаю, и установщиков. А уже в суде, то есть соседи, которые сверху, будут привлекать установщика, и впоследствии будет решен вопрос, кто конкретно будет отвечать. Исковое заявление составляется в произвольной форме, то есть образцы есть в интернете, никаких специальных форм не предусмотрено законодательством. Главное доказать, что был причинен ущерб, то есть для этого рекомендуем обратиться в управляющую компанию, ну или ТСЖ, кто управляет домом, для составления акта. Также, если ущерб достаточно большой, можно привлечь оценщика для оценки причиненного ущерба. И с вот этими документами, то есть с актом, ну или сделали еще и оценку, легко взыскиваются деньги в суде.